Факундо Арана и Хианелла Нейра. В телесериале «Яго. Темная страсть». Автор сценария Рикардо Родригес. В фильме снимались Рамина Гаэтани, Норберто Диас, Хуан Карлос Дуаль, Сесилия Мореско, Марио Аларкон, Даниэль Миглиоранса, Рауль Лавье и другие. El valor de dar y dar, aprende a amar. Продюсеры Диего Гонсалес и Марсело Спинахи. Режиссер Федерико Палаццо. Это не верится, что мы здесь. Я не понимаю, Томас, откуда ты взялся? Он за нами следил. Замолчим. В конечном счете, этот дикарь прав. Ты за мной следил? Нет, в том, что я твой жених. Ты мне не жених, Томас. Сколько раз тебе повторять? Что ты такое говоришь? Простите, простите, простите. Ты не жених. Так зачем ты за ней следил? Лучше не задавай вопросов, иначе вместо комиссариата окажешься в морге. Умираю от желания увидеть, как это будет. Ты умрешь, я тебя убью. Хватит, хватит. Сеньоры, прошу вас. Извините. Я его убью. Томас Селбери. Да, сеньор. Распишитесь, пожалуйста. Всякий раз, как я с тобой выхожу, все заканчивается проблемами. Это же ты сцепилась с Жасмин. Она твоя невеста. Она мне не невеста. А она говорит, что да. Кому ты веришь? Что? Похитительница женихов. Хватит, остановитесь. Пройдемте со мной. Позвоню Альдо, чтобы он вытащил нас отсюда. Ты никому звонить не будешь. Почему? Мы не сделали ничего плохого и не нуждаемся в помощи. Яго, я позвоню Альдо, ладно? Спасибо. Сеньор, я хочу позвонить. Да. Дедуля, это Морена. Ты можешь позвать к телефону сеньора Альдо? Сеньор Альдо спит. Дедушка, это важно. Я в комиссариате с Яго. Вас арестовали? Да, но ничего страшного не случилось. Дедушка, пожалуйста, разбуди сеньора Альдо. Я не хочу сидеть здесь всю оставшуюся жизнь. В каком бы комиссариате? Хорошо, не волнуйся. Я все улажу. Только успокойся. Да поможет мне Бог. Я попросила сообщить Альдо, чтобы он нас забрал. А я разговаривал с Гарделем. Он подвезет документы. А ты должен сидеть за решеткой за то, что бабник. Перестань. Придержи ее. Почему я? Потому что она с тобой. Вот и займись ею. В чем дело? Ничего. Я только не понимаю, почему со мной все это происходит. Не надо. Не надо. Все в порядке. Прости меня, Морена. Я повел себя как бестия. Да, а мне бестии не нравится. Тебе будет трудно меня приручить. Кто там? Это я, сеньора. Входите, входите. Простите за беспокойство, сеньора, но возникла небольшая проблема. Я ищу сеньора Альдо. Он должно быть в ванной. Пройдите. Сеньор Альдо? Нет, его нет. В ванной его нет. Странно, мы легли вместе. Не беспокойтесь, он, наверное, в кабинете. Я пойду туда.
Послушайте, а зачем вы его разыскиваете? Небольшая проблема с Яго, но ничего серьезного. Не беспокойтесь, сеньора. Отдыхайте. Тысячи извинений. Спасибо. Хорошо. С вашего разрешения. Это противостояние не имеет смысла. Рано или поздно я получу наследство Лусио. В твоих же интересах вернуться к тому предложению, которое ты мне сделал, когда он еще был жив. Ты на самом деле хочешь, чтобы мы стали компаньонами? Мне было бы гораздо приятнее, если бы ты не ссорился со мной, а помогал. В некоторых вопросах я не торгуюсь, дорогая. Яго меня поддержит. Да. Да, и полагаю, что твоя жена тоже. Моя жена не существует. А вот Яго... Что Яго? Человек, выдающий себя за моего племянника, получит еще меньше, чем ты. Ну что ж, любимая, отдыхай. Лично я буду спать, как ангелочек. Что ты здесь делаешь? Что, следишь за мной? Простите, сеньор, я не смею вмешиваться в вашу личную жизнь, но я вас искал. Зачем? Говори, зачем? Сеньорита Морено позвонила из комиссариата. Их с сеньором Яго арестовали. Послушай, не надо, успокойся. Не надо было разрешать Сельсо уходить с Жасмин. Они пошли на танцы, а там оказался Яго. И если правда, то, что он продал шахматную фигуру этой женщине, Мерседес, он заслуживает тюрьмы. Так он уже сидит. Тогда мы должны сделать все возможное, чтобы он там остался на всю жизнь. Послушай, что? Ты решил ввести новую моду или нервничаешь больше, чем я думал? Проверь галстук. Я не завязал его специально, чтобы побыстрее придушить этого Сельсо. Я не хотел сделать тебе больно. Думаешь, я плачу из-за тебя? А из-за чего тогда? По другой причине. По какой? По другой. По какой? Потому... Почему? Потому что все у меня выходит плохо. Ничего не получается. Зачем? Зачем мне понадобилось идти с тобой на танцы? Зачем? А зачем я пошел с тобой слушать этот гобой? Это не просто гобой, это концерт. Это прекрасная музыка. Ты что, не можешь понять? Не можешь? Научи меня поднимать эту музыку. Я хочу понять. Хорошо, хорошо. Я помогу тебе понять эту музыку. Значит, ты больше не сердишься? Нет, да. Сеньорита пойдет со мной. Сеньорита, вы можете идти. Как тебе удалось так быстро освободиться? Преимущество американского гражданства. Ладно, идем. Нет. Я останусь с Яго. Я отвечаю за Яго. В мои обязанности входит научить его правильно себя вести. Но я плохо справляюсь, поэтому он оказался в участке. Ты меня извини, по-моему, ты слишком носишься с этим животным. Томас? А ты бы хотел, чтобы носились с тобой. А ты помолчи. Опять ищешь ссоры. Я не уйду без Яго. Ты спятила? В чем дело? Ты что, остаешься? Морено. Что? Хочу тебя попросить. О чем? Иди с ним. Нет. Надо признать, дикарь прав. Нет, Томас, послушай. Пожалуйста. Что? Или я уйду с ним, или я останусь. Это моя работа. Моя работа. Неужели я это сделаю? Я поговорю с комиссаром, и его отпустят вместе с нами. Да. Хорошо. Спасибо. Не за что. Я не могу уйти один. Что? Не могу уйти один. Подожди. Ты хочешь, чтобы мы проводили тебя домой? Ну уж нет. Жасмин и Сельса сидят за решеткой. Без них я не уйду. Не верю своим ушам. Я что-то не так понял. Или ты воспользуешься этим шансом, или еще долго просидишь за решеткой с твоими дружками. Все, Томас, все. Ты все понял? Делай, что хочешь. Говори с комиссаром, тряси своим американским паспортом.
Или мы все вместе выйдем, или ты уйдешь один. Ясно? Ясно. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Благодари Морену. Я бы тебе пожизненное дал. Сеньоры, прекратите. Мы стоим напротив комиссариата, откуда мы только что вышли. Пойдем домой. Ты пойдешь с Сельсо. А ты с этой?